Всем привет, дорогие друзья, и спасибо, что присоединились к просмотру. Сегодня выходной день, суббота, раннее утро, и я еду мыть свою Volvo. В прошлом видео я вам показывал нашу одну из плохих моек, которая рядом с моим домом. Сегодня мы поедем на хорошую мойку, которая находится в 10 минутах от моего дома. У нас особо весна еще не наступила, на улице минус 15, но дороги сухие, можно поехать помыть. Приехали буквально 10 минут от дома. Я вам покажу местонахождение этой мойки. Находится в Виннипеге на Main Street. Называется мойка Blondie's Car Wash. Работает 7 дней в неделю. Давайте посмотрим поближе, насколько грязна моя Т6. Заезжаю вовнутрь. Раннее утро субботнее. Надеюсь, что не будет сильно занято, чтобы мне дали закончить все, что в моих планах. Что хорошего в этой мойке? Во-первых, она большая, здесь много ячеек. Чисто внутри, светло внутри, очень много света. Всегда все работает, ничего не течет, ничего не поломано. Все функции работают. Тепло внутри, горячая вода. Теперь еще одно из преимуществ этой мойки — это вот эти щетки. Значит, хочу сказать, щетки большие, они мягкие, много ворсы и дает обильную пену. Коврики я уже подвесил, чтобы их помыть. Давайте посмотрим поближе на табло управления. Значит, принимает кредитки, как и монеты. Куча разных опций. Все опции объясняются вот на этом табло. Честно говоря, я использую всего несколько. Помыть, щетка с пеной, вот и все. Давайте посмотрим, что я беру с собой. Значит, щетка для колес и арок. Всякие тряпочки микрофайбер. У меня два маленьких полотенца Microfiber и два больших полотенца для вытирать после мойки. Маленькая губка, средство для окон. У меня средство для дисков и покрышек, хорошо разъедает всякую грязь с них. Вот он, быстрый воск для вашей краски. Очень хорошая вещь от фирмы Zimmel. И от Meguiar's вот эта вещь, то, что я накладываю на бампера. Итак, начнем. Первый этап. Смываем всю машину. Сбиваем грязь, песок. Очень тщательно делаем этот этап, так как я не хочу потом щеткой тереть вместе с песком, если я где-то что-то пропустил. Уделяем внимание также, где можно достать снизу, на дно автомобиля. Хорошенько промываю колеса, все арки. Очень все тщательно смываем. Не забывайте, весь процесс я ускорил. Не хочу, чтобы видео вышло очень длинным. Пока у меня стоит на опции смывать, я смываю коврики. Ничего особенного, просто смыть с них песок. И очень важный этап — это помыть щетку.
Неизвестно, кто и как ей пользовался до вас, я смываю очень тщательно, чтобы не поцарапать свою машину. Второй этап. Мою машину щеткой. Обратите внимание, сколько пены выходит, что мне очень нравится. То есть я мою сверху вниз, нижней части автомобиля, в самом конце. Я не хочу поднять грязь наверх и поцарапать. И вот я уже заканчиваю. То есть я прохожу в самый последний момент низ машины. После того, как вы хорошенько ее намылили, теперь все хорошенько смываем с нее. Обратите внимание, как вода скатывается с капота. Это потому, что я каждую мойку наношу вот тот быстрый жидкий воск. Хорошенько также смываем колеса и арки. Теперь я мою колеса, значит, использую Meguiar для дисков и покрышек. Этот продукт хорошо разъедает всю гадость дисков, тормозную пыль и так далее. Вы сейчас увидите на следующем колесе, как белая пена превращается в такую желтую. Это значит, что оно работает, оно разъедает всю гадость ваших колес. Итак, все четыре колеса. После того, как я помыл четыре колеса, я этой же щеткой прохожу все арки. Хорошенько смываем, включая арки. Теперь у меня два больших полотенца Microfiber вытирать машину насухо. И также у меня таких же два полотенца поменьше, которые я использую наносить быстрый воск. Быстренько вытирая машину, не сильно тщательно, просто вытереть всю воду с нее. Не надо быть сильно тщательным, потому что мы все равно потом будем наносить жидкий воск. Хорошо, на улице нет очереди, меня никто не выгоняет высушивать машину на улице. Значит, теперь я открываю все двери и багажник и хорошенько протираю все проемы, используя маленькие тряпочки Microfiber. Если регулярно вытирать эти места, намного проще поддерживать в чистоте все проемы. Если вы там никогда не вытираете, то там намного сложнее, намного грязнее все становится. Моторный отсек я не трогаю, всегда оставляю это на отдельный день. Жидкий воск от фирмы Zimmel, отличная вещь, я обожаю этот продукт. Значит, брызгаю на весь кузов машины, включая окна, фары, пластики не надо брызгать. Просто вот так быстренько покрываю весь кузов. Теперь беру маленькое полотенце и вытираю насухо все. Это то, что я делаю каждую мойку, наношу вот этот быстрый воск. Таким образом, краска поддерживается, она блестит, она отталкивает воду. Намного легче мыть машину в следующий раз. Раз в 3 месяца я наношу вручную воск, а этот жидкий я делаю каждую мойку. Тот же продукт я использую на дисках. Брызнул, вытер, диски блестят, отталкивает воду и намного проще и легче моется в следующий раз. Теперь к пластиковым черным бамперам. Брызгаю на маленькую губку продукт от Meguiar's и просто намазываю все пластиковые элементы по кругу. То есть я наношу этот продукт этой губкой, расход идет небольшой. После того, как я нанес на все пластиковые черные элементы, я просто беру чистую тряпочку и вытираю насухо. Этот этап делает ваши бампера как новые. Хватает не сильно надолго, но, конечно, смывается через пару моек. И летом хочу попробовать. Слышал, есть продукты, которые намного лучше и более стойкие. Той же тряпкой и тот же продукт.
Я брызгаю покрышки, прямо на мокрые покрышки растираю. Таким образом покрышки будут выглядеть как новенькие, черные. Все четыре колеса. И после того, как я все покрышки натер, этой же тряпкой я прохожу арки. Побрызгал внутри, тряпочкой прошел и готово. Эта тряпка пойдет в мусорку, она будет очень грязная, поэтому я ее не буду стирать со всеми остальными тряпками. Теперь моем окна изнутри и снаружи. Я опускаю немного стекло вниз, чтобы помыть верхнюю часть, где она заходит в уплотнитель. Окно закрыл. Снаружи, внутри, все четыре двери. Лобовое стекло я уже помыл. Также багажный отсек. Интерьер машины я всегда мою в отдельный день, так как слишком много работы и так. Возвращаю коврики на место и той же тряпкой, которой я вытирал колеса и арки, протираю педаль тормоза и газа. Результат: педали как новые. Весь процесс занял час-полтора и потратил я $11. Давайте посмотрим на результат. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Мне интересно, что вы думаете. До скорых встреч. Пока.